Предвыборная агитация, отмечают в избиркоме, проводится только разрешенными законом способами. Кандидаты в депутаты Госдумы 7-го созыва, проводя встречу с избирателями, начинают распространять и свои предвыборные агитационные материалы, для размещения которых теперь есть специальные места. Муниципалитетом города Сочи проделана огромная работа, и эти места представляют собой отдельно стоящие металлоконструкции, которые позволяют и избирателям ознакомиться с предвыборными агитационными материалами, а также кандидатам в достаточной степени воспользоваться местом для размещения своих предвыборных агитационных материалов. Мы уверены и надеемся, что кандидаты будут достойно вести свою агитацию, и город наш будет чистым и привлекательным. К слову, агитационные стенды для удобства избирателей установлены на территории каждого избирательного участка. В Сочи их 220. Однако размещать свои печатные материалы на различных зданиях и сооружениях, как это было раньше, кандидатам не воспрещается, правда, с одним условием. Выдвиженцам необходимо получить согласие собственника того же магазина или парикмахерской и заключить с ним договор. Это что касаемо печатных агитационных материалов. Предвыборная же агитация для кандидатов в СМИ стартует с 20 августа. На территории города Сочи, территориальной избирательной комиссии центрального города Сочи, состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени 17 августа в 10 часов. Кандидаты и политические партии смогут размещать свои агитационные материалы на телерадиокомпании ФКТ, а также на телеканале ВГТРК Сочи, а также на Радио России в городе Сочи. О том, когда и где можно проголосовать за того или иного кандидата, сочинцев уведомят с помощью приглашений, которые уже готовы к распространению по адресам. Открепительное же удостоверение можно получить с 3 августа по 6 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии, а с 7 по 17 сентября в участковой. Напомню, жители Адлерского района 18 сентября помимо депутатов Госдумы выберут еще и депутата в законодательное собрание Краснодарского края.